Добрый день, дорогие лидеры! Я рада вас приветствовать и рассказать вам про абсолютную новинку января, которая согреет вас этой зимой и создаст ощущение уюта дома, в офисе, в дороге, на прогулке, абсолютно везде. Термос ТАП 520 мл. Так приятно иногда на встрече, на прогулке или в дороге выпить горячего, бодрящего чая или кофе. В термосе ТАП вы можете взять с собой любой негазированный напиток, и температура напитка сохранится до 6 часов. Также наливайте кофе в термос в офисе или берите его в кофейню. Таким образом, вы будете заботиться об окружающей среде и не загрязнять природу одноразовым пластиком. Объем термоса 520 мл. Он имеет эргономичную форму и противоскользящую матовую поверхность. Термостап состоит из крышки стакана, из водонепроницаемой винтовой крышки с силиконовым уплотнителем, из корпуса из двойной металлической стали и противоскользящего обода. Основание термоса состоит из двойной металлической нержавеющей стали с вакуумом в середине, благодаря чему температура напитка сохраняется до 6 часов. Крышку термоса вы можете использовать как чашку, это очень удобно. Винтовая крышка термоса имеет силиконовый уплотнитель, который обеспечивает влаговоздухонепроницаемость во время транспортировки. Одним из преимуществ данного изделия является возможность наливать напиток, не отвинчивая крышку до конца. Сейчас я вам покажу. Таким образом, напиток дольше остается горячим. Противоскользящий обод на дне обеспечивает устойчивость термоса на любой рабочей поверхности. А также благодаря эргономичной форме термос уместится в рюкзаке и даже в дамской сумочке.